It's a show time. District 78. А мы продолжаем это шоу «Тайм», город Нур-Султан, номинация «Эстрадный танец», соло. Так, сколько тебе лет? 6. 6, классно. Как тебя зовут? Айлин. Айлин, давно танцуешь? Да. Сколько уже? 4 года минимум. 4 года она танцует? Ты давно выступаешь на сцене? Нет. Нет? А с какой раз? Второй. Второй? А первый раз что-нибудь выиграла? Да. Что? Медаль, первое место. Круто, первое место. А сегодня что хочешь выиграть? Первое место. Первое? А гран-при не хочешь? Хочу. Это же круче, чем первое место. Да. Вот, я буду, смотри, за тебя кулачки держать, надеяться. Я желаю тебе удачи, чтобы ты выиграла гран-при. Ну, чтобы вообще ты выигрывала то, что мечтаешь всегда, да? Но для этого надо хорошо танцевать, да? Да. Прям так, чтобы родители твои и руководитель твой, учитель, чтобы радовался и гордился, да? Да. А ты так станцевала? Да. Прям вот зрители там сильно хлопали тебе? Да. Ну, что я могу сказать? Все, да. Это значит, что она умница большая. Молодец, победит еще не раз. А когда-нибудь танцевала где-нибудь за границей? А вот там тоже победит и выиграет. С вами была Айлин. Вы только что видели ее выступление на своих экранах.